Всем доброе утро, точнее добрый день. Всем привет. Сегодня у нас второй день форума. Сейчас у нас по программе завтрак и обед. Да. Вот, покушаем, пойдем опять. Тут подписываемся на каналчик. Здесь лайк, здесь подписочка. Да, вы просто воткнете, и мы там добавим, и все. А Андрей, ты там будешь, да? Ну да. Или где-то здесь? Ну да, мы здесь будем вообще в зале. Потом, когда будет подключать телефон, немножко погромче. Тогда погромче. Да я разберусь, я знаю. Суперски. Вадим, супер. Что-то понятно? Ну что, здесь останемся тогда? Ну да. Здравствуйте. В общем, ребята, мы сегодня диджеи с Андрюхой. Ну, главное тут вообще на дискотеке. Сними наш пульт. Ну, концерт. Ребят, по секрету Семенова, скоро выходит соната четвертая. Вот, премьера в Москве будет 16 марта. Лев Лавров будет исполнять, а 23-го будет играть Юрий Шишкин. В Ростове-на-Дону. В Ростове, да. Мы туда едем. На фестивале конкурсе международном «Аккордеон плюс». Классе талантливого педагога Анна Николаевна Кропоткина. Продолжил профессиональное образование в музыкально-педагогическом институте имени Гнесина. В истории мирового аккордеонно-баянного искусства личность Вячеслава Семенова уникальна. С 1995 года Вячеслав Анатольевич дал более 200 концертов в России и за ее пределами, провел более 20 авторских концертов в сопровождении различных оркестров. Композитора Вячеслава Семенова любят множество музыкантов во всем мире и с удовольствием исполняют его сочинения. Его музыка – одна из самых исполняемых на международных конкурсах баяниста. Она звучит во многих престижных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и многих других городах России. В марте 1999 года Вячеслав Анатольевич стал лауреатом международного конкурса композиторов. Да,
Так что, ну, все, теперь оставим. Сейчас будем ловить такси. Я на метро не могу ездить. Саша, спасибо. Можно? Конечно, можно. А можно пару слов вот для исполнителей, так мотивационных, небольших? Ой, ну исполнителям я сейчас иногда ученикам своим говорю, как в хоккее есть выражение, побеждают те команды, которые играют свою игру. И исполнителю тоже надо быть настроен на тот исполнительский образ, ощущение. Вот если в душе это будет, будет все получаться. И на сцене думать о музыке и меньше о себе. Все верно. Спасибо большое. Итак, дорогие дамы и господа, к концу подходит второй день фестиваля. И было очень классно. Так что не упускайте момент, смотрите ролик и ставьте лайки. Лайки, лайки, ребята. Ребят, мы так толком и не сказали, почему видео называется «Подготовка к конкурсу». В общем, мы готовимся на конкурс Гридина, который будет проходить в Курске в конце февраля. Вот. И, соответственно, пока идет сейчас форум, мы на форуме задействованы. А так, вечером вот появляется время, занимаемся. Так что у меня в программе сейчас это «Гридин Рассыпуха», потом «Степь широкая», играю Черникова и Кусякова «Партита». Вот, три вещи, один тур будет, так что вот, готовимся к нему.